Всем добрый день. Спасибо большое за поздравления. Знаете, я хотела сказать, что у меня последнюю неделю в голове поется одна песня, и вот последние строчки, я прям хочу им про них сказать вам. И мечты, ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. И я, знаете, я прям сильно-сильно хотела, мечтала, просила, требовала, уговаривала Вселенную, чтобы у меня была команда, чтобы у меня были лидеры, директора. Я точно знала, какие они должны были быть. Я знала, что они будут у меня красивые, самостоятельные, творческие, активные, ответственные, много прилагательных. Я писала хороших. И вы знаете, и Вселенная говорит, сказала мне «да». И у меня появились вот такие вот лидеры, потом директора, это Оля Моносыпова, это сейчас вот Мария Власова. Это вот когда поздравляют... Когда поздравляю тоже твоих директоров, это, конечно же, прям у меня, когда Машу увидела на экране, у меня прям сердце чуть не выскочило. Это так волнительно, это так здорово. И Вселенная мне просто вот во всем помогала. Но, опять же, нужно терпение. У меня вот мое самое главное такое слово – это терпение, потому что не всегда все получается гладко и быстро. Иногда приходится, я себе говорю, ничего страшного, терпение, нужно подождать, терпение. Терпение нужно вообще во всем. Вот сколько я уже отработала, я это вот четко понимаю. Терпение к тому, когда придут к тебе лидеры, терпение к тому, когда они станут директорами, терпение, потому что не всегда происходит так, как мы хотим, и так быстро, как мы этого хотим. Терпение нужно, да даже терпение нужно в том, когда ты идешь на холодные контакты, потому что не сразу люди подходят, не сразу люди реагируют. И бывает такое, что их просто нет вокруг сразу. Терпение, опять же, во всем. И все, и реально мечты сбываются. Но вы знаете, как я закрывала статус, я даже о таком мечтать не думала. Я просто этого не представляла, что так свершится, потому что последнюю неделю 6-го каталога я отдыхала в Турции. А мой директор Маша сама самостоятельно закрывалась. Кстати, я мечтала о самостоятельных директорах. И вот у меня вот реально такая команда директоров. Это просто я благодарна Вселенной, благодарна им, что они есть у меня. Благодарна Лене Московке, что она меня научила многому. Хочу пригласить вас, потому что я тоже поеду в Красноярск и поделюсь несколькими моментами, как я работаю.